То есть мы переносим все строительство практически, да? То есть дополнительное образование вообще не будем строить. Пристрой 57 мест переносим на другой год. Здание школы номер 53 тоже переносим. Да? То есть 75-е тоже переносим. То есть мы, получается, обрезали все образование, да, и меряем количество мест какими-то процентами, а не комфортного обучения. Коллеги, вопросы. Леонид Ильич. Я бы хотел остановиться на пристроях 53-57 школы. Насколько я ранее слышал, что запланировано строительство пристроя в следующем году. Татьяна Гамовна там, на комиссии спрашивали. Виталий Владимирович вышел вопрос. А? Виталий Владимирович, сколько заявил, сколько дали? Виталий Владимирович. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Значит, мы с вами сейчас программу вы согласовываете в рамках того проекта бюджета, который внесен на рассмотрение Думы. Значит, на сегодняшний день в них не учтены те межбюджетные, так сказать, трансферты, которые мы рассчитываем получить. Еще раз, в следующем году мы планируем, об этом уже заявил и губернатор, и сказать, мэр, начать строительство школы на Багратиона. Значит, на сегодня этих денег пока, сказать, нам не доведено, поэтому мы не можем сегодня ни в бюджете, ни в программе эти средства, ну, сказать, показать. Поэтому это будет сделано при ближайшей корректировке. Поэтому сегодня мы исходим из того проекта бюджета, который внесен на рассмотрение Думы, исходим из предельного дефицита, который есть, и, соответственно, программу сегодня представляем в этой редакции. Значит, и поэтому сдвижка на 23-25-26 годы, ну, она в каком-то смысле такая техническая, потому что мы рассчитываем, что мы в феврале при корректировке бюджета вернемся к этим объектам и сдвинем, наоборот, ну, ближе к нам, да, то есть, скажем, с 22-21 год начало строительства школы на Багратиона, и вот, соответственно, 22-го, и по 57-му, то есть по 57-й школе точно так же. Поэтому это будет зависеть от тех средств, которые нам доведет область. Ну, вот коротко так. Виталий Владимирович, можно я вас вопрос уточняющий задам? Вот есть письмо от правительства Иркутской области, где конкретно сказано, что нам дадут в 21-м году, и на что мы можем рассчитывать. То есть уже техническая правка, это, наверное, ну, верно, но есть уточнение уже с области. И мы знаем, сколько денег дают нам и на какие школы. Давайте уже будем конкретно говорить. Понятно, школа Багратиона, о которой мы говорим, что будем строить, но есть и другие районы. Ленинский, например. Микрорайон Зеленый. Спасибо. Кто говорит? Виталий Владимирович, может, вы зачитаете письмо правительства Иркутской области? У меня такого письма нет. Можно вас попросить его все-таки где-то взять и зачитать, что будет строительство, какое будет? Значит, сейчас идет утверждение бюджета областного, и поэтому, ну, грубо говоря, без всяких писем мы увидим, когда бюджет будет утвержден, значит, те объекты, которые, объекты города Иркутска, которые будут включены. Они уже известны. Бюджет не тайна области, да? Альфия Гамма. Добрый день. Виталий Николаевич, ну, некорректно вы, конечно, говорите о том, что на программу образования меньше средств предусмотрено, чем в 2020 году. Это первое, да. Письма с правительства у нас, ну, как бы такой формы вообще нет и не должно быть, да. То есть есть проект бюджета областного, который внесен в официально в заксобрание. Из того проекта бюджета, да, на самом деле в 2021 году на город предусмотрена только 14-я школа в объеме 40 миллионов рублей. Школа Багратиона на 22-й год и 57-я школа на 23-й. Мы в нашем проекте бюджета, то есть так как мы формировали параллельно, да, и понимая о том, что у нас три объекта вошли в рейтинг в соответствии с установленным порядком областным правительством, это 57-я пристрой, Багратиона и детский садик в микрорайоне Лесном. Мы, естественно, заложили софинансирование в наш проект бюджета. Поэтому деньги на 57-ю, Багратиона и детский садик в Лесной на 21-й год стоят у нас в проекте бюджета, который вы сейчас рассматриваете, для того, чтобы участвовать
в программах государственных, но учитывая, что они подпадают под садик в Лесном и Багратиона под цели и задачи национального проекта, мы заложили именно софинансирование в той пропорции, которая диктуется федеральным правительством. То есть 96% должен предоставить федеральный бюджет, 4% делятся между областью и муниципалитетами. У нас уровень софинансирования 50 на 50, поэтому в этой пропорции мы заложили. Но пока в проекте областного бюджета, естественно, это, как я уже сказала, пока нету. Замечания эти написаны, мэром это озвучено, на ЗАГС собрание наши все замечания, предложения даны в этой части, да. То есть мы ждем, какое будет второе чтение и дальнейшее развитие как бы событий. Поэтому мы готовы, если раньше нас упрекали в том, что проекта у нас не было, и поэтому мы не входили в областные программы, то теперь как бы у нас все готово. По трем проектам, объектам точно. 14-я школа заложена у нас в бюджете, в проекте, в объеме 207 миллионов рублей. То есть 163 миллиона – это наши деньги, и 40 миллионов – средств областного бюджета. Поэтому... Ну вот в отношении образовательных программ, объектов у меня все. Спасибо. То есть на следующий год одну только, да, нам дают школу? Нет, но еще же не принят бюджет. То есть вы почему так говорите, что дают или не дают? То есть это может быть корректировка. Ни федерального бюджета еще нет, ни областного. Мы же понимаем, что его внесли уже на утверждение. Никто его корректировать, скорее всего, не будет. Еще будет второе чтение. Навряд ли его откорректируют, судя из практики, да? Кружников Дмитрий Олегович. Добрый день, коллеги. Виталий Николаевич, вы себе как представляете работу над, скажем так, внесением средств на строительство капитальных сооружений социального характера? Еще раз. Ну вот вы себе как видите, вот в Думе города Иркутска, вот бюджет мы вносим с вами, сейчас утверждаем бюджет. Если в бюджете средств нету, вы считаете, они не могут там появиться? Дмитрий Олегович, средств нет, это как семейный бюджет, да? Нет средств на еду, но есть жене на шубу и, вы мне на вопрос и на телефон, айфон, да? Но у нас мы добавляем МУП Автотрансу, да, 500 миллионов. Потом даем Автодору деньги, даем МУП Комбинат питания. То есть эти деньги есть? Ну, то есть бюджет это как один большой кошелек, да? Можно распределить на айфон купить, а можно на вкусную еду и на здоровое питание. Если сейчас в бюджете средства не предусмотрены, они могут появиться в дальнейшем? Не, но мы же бюджет мы утверждаем. Так. И администрация города его верстает. То есть можно было некоторые статьи, наверное, сократить, и на, в том числе и на Саль Николаевич, простой вопрос, не надо в дискуссию уходить. Если сейчас мы с вами не заложим деньги на строительство детского сада, например, они могут появиться в 2021 году? Но если мы корректировку примем, сада? То появится. Ну так а в чем вопрос-то тогда? Так, если мы понять. Деньги не закладываем, откуда появятся деньги? Откуда надежда? И вот у меня и вопрос. То есть мы эти... Вот, Олег, я вам объясню. Был вопрос, что откуда появятся деньги, или мы это действительно передвигаем? Виталий Владимирович сказал, что это техническая правка. Но откуда деньги появятся, он не сказал. Вот, деньги появляются, строительство школ у нас с вами идет из трех бюджетов. Областной, федеральный и городской. Мы ни разу не строили, по-моему, один раз только строили школу за городской бюджет. Строительство полноценной школы 1 200 000 000 500 000. Бюджет городской этого не вынесет. Ну, мы с вами понимаем это. Если мы сейчас заложим хотя бы одну школу, значит, мы большинство социальных своих каких-то обещаний, да, скажем, выполнять не сможем. Поэтому сегодня ведется работа с федерацией, в первую очередь, а во вторую уже с областью о том, чтобы включить какие-то объекты. У нас с вами порядка 10 проектов либо выполнены, либо будут выполнены в 2021 году по школам и пристроям. Включение их в федеральный бюджет. У нас с вами школа на Багратиона стояла на 2021 год в федеральном бюджете. Потом она была исключена. Сегодня мы опять ездим в федерацию, пытаемся выбить деньги на это. Если сейчас, а сегодня говорит Министерство образования федеральное, что они нам дадут деньги на эту школу, если сейчас мы ее выбиваем, или сегодня, например, областное правительство работает с концессией с ВПРФ о том, чтобы взять средства на область, на 5 школ, ну там в разных пропорциях, это уже их дело. Если сейчас они выбиваются, мы их не увидим с вами сегодня и завтра их не увидим. Шо, уберем оттуда деньги. Мы здесь 5 раз заседали в рабочей группе, все объяснили, все доказали, мы опять возвращаемся к этому вопросу. Виталий Николаевич, ну давайте Виталий Владимирович сделает, или кто, Альфия Ангамовна сделает вам выписку за последние 5 лет. Сколько и когда появились деньги на строительство?
300 капитальных объектов. Чтобы было точное понимание, что они, скажем так, вероятность того, что в год появляются деньги на строительство, они действительно появляются. Я вам больше скажу, нам в ноябре месяце, да, в ноябре месяце предложили еще 100 миллионов на строительство 14-й школы. Федеральных денег, просто пришли деньги и сказали, ну возьмите. Мы их не сможем освоить, мы от них отказались. Просто не успеем. Но они пришли в ноябре, их никто не ждал ни в декабре. Вот есть в программе перенос строительства школ. Пристроить в школе номер 57. Да? Потом есть школа номер 75. Вот по этим школам, вот Виталий Владимирович сказал, что мы переносим, но это техническая правка, мы их потом опять вернем. Вот вопрос такой был, что еще раз. Вернем за счет чего? Есть какая-то договоренность? Вот я к вам, сейчас, сейчас эти договоренности происходят. Мы не можем... То есть их нет, но мы в процессе переговоров. Мы, конечно, просмотрели от О и до, ну от А до Я. Но мы сейчас находимся в процессе диалога с областью, с федерацией. Ну, о том, чтобы эти деньги как-то включать. Если мы договариваемся, мы понимаем, что федеральные деньги мы платим 2% от стоимости школы из городского бюджета, то там в областном мы уже 50 будем платить процентов. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на федеральные деньги и двигаемся в этом направлении. Но сегодня мы показать эти объекты не можем, потому что их в бюджете деньги федерального бюджета, значит, областного и местного. Если получится привлечь деньги федерального бюджета в 2021 году, значит, мы ее просто быстрее построим. На сегодняшний день переговорный процесс продолжается, поэтому, Михаил Георгиевич, понимаю опасения жителей, еще раз подчеркну, сегодня первая школа, которую мы начнем строить после, так сказать, того, как у нас появятся деньги, это школа на Багратиона. И это будет следующий год, я уверен. Коллеги, вопросы еще есть? У меня можно еще вопрос есть? Вот садик, микрорайон Лесной, 220 мест. Мы переносим с 2023 года на 2026 год. А у нас ПСД не устареет? Не вынуждены ли мы будем его корректировать, закладывать деньги на изменение норм? У нас же каждый год нормы меняются, да? То есть мы, получается, что эти деньги просто пустую потратили. Альфия Ангамовна, вот я спрошу, впустую или не впустую? Наталья Николаевич, я еще раз поясню, да, то есть это просто технически, у нас проектно-сметная документация есть, в рейтинг садик попал. На 21 год мы заложили деньги на софинансирование для участия в государственных программах. То, что оно стоит на 26 году, это просто такая формальность техническая, в соответствии с бюджетным законодательством мы должны показать всю полную стоимость в бюджетных инвестициях. Но как только появляется софинансирование, то есть в феврале-марте месяце, если мы увидим, что есть софинансирование, эти деньги, естественно, остают так, как положено в плановом периоде. Если их не будет, да, тогда вопрос, значит, мы должны изыскать либо свои собственные деньги полностью, строительство его за счет бюджета города, будем вместе рассматривать этот вопрос, то есть решать, что в первую очередь строить. Либо на самом деле, да, эта проектно-сметная документация устареет, и будем ждать там 22-23 год ее заново корректировать и так далее. Ну, такая ситуация, да. Вот как раз опасение о том, что вот когда мы кучу проектных сметных документаций наделываем, да, а потом у нас нет источников для финансирования, это тоже как раз риски того, что они будут устаревать, эти проектно-сметные документации. Дмитрий Олегович. Да, здесь полностью согласен, Наталья Николаевич, эти риски нужно рассматривать и минимизировать. Это абсолютно как бы с вами поддержу вас. И у нас, если с садиками там ситуация попроще, там, по-моему, 2 или 3 проекта у нас всего, то по школам, ну вот я уже озвучил, там порядка 10 проектов в следующем году выходит в том числе. И надо, да, будет выставлять приоритеты, все это строить. Поэтому мы отдельно будем на комиссиях с депутатами обсуждать это, показывать весь список, определять приоритетность, смотреть, где какую школу будем выставлять. Но, к сожалению, на 2021 год и, скорее всего, на 2022 год вообще риторика наших коллег с области и наших коллег с федерации такова, что будем по факту смотреть, где какие деньги поступают, и как-то вот прямо в онлайн-режиме их регулировать, куда-то заводить, куда-то пытаться где-то взять. Ну, вот в таком режиме будем работать. То есть правильно я понимаю, что город Иркутск, Дума, вам, Дмитрий Олегович, и мэру города Иркутска дают почетное поручение договориться с областью о строительстве этих социальных объектов и выделении финансирования городу Иркутску. И то есть до февраля месяца у вас есть срок, да, Дмитрий Олегович? Дмитрий Олегович. Виталий Николаевич, ну, мне
И кроме Думы еще жители города дают такое поручение. Да, поэтому, безусловно, мы работаем. И на самом деле Руслан Николаевич уже два раза в Москву летал именно с социальными объектами, разговаривал с Минобром. Там есть вопросы связки Минобра с областью, потому что заявка от области идет. Мы здесь даже повлиять не можем, никак никакой документ написать. Но тем не менее пытаемся отрабатывать и заводить туда эти объекты. Дмитрий Ильич, пожелать вам удачи только в этом, да? И надеемся, что к февралю месяцу у нас обратно вернутся эти социальные учреждения в список на строительство в этом году и в следующем. Коллеги, вопросы еще? Выступление Антонина Михайловна. Виталий Николаевич, я почему сейчас вопрос не задала по садику в Лесном? У меня есть документы, которые подтверждают, что областной бюджет... Есть распоряжение Министерства строительства и дорожного хозяйства от 7 сентября 2020 года, что они дают субсидию на реализацию мероприятия по строительству детского сада в 2021-2023 году. Вот. Поэтому как бы вопрос он в работе. Я надеюсь, что мы не в 2026 будем строить, а мы начнем строить в следующем году, потому что потребность очень большая везде сегодня. Вот, поэтому я и не задаю этот вопрос. Но мне хотелось бы задать следующий вопрос, Виталий Николаевич, вас поддержать по поводу комбината питания. Вот мы даем сейчас субсидию на поддержку. Нам на почту всем депутатам выслан план оздоровления. Но очень много вопросов к этому плану. И, конечно, хотелось бы, чтобы сегодня-то вот как раз на комиссии по социальной политике... Здесь перед нами был руководитель комбината питания и сумел защитить свой план. Но я так понимаю, я уже звонила, я разговаривала с Евгением Юрьевичем, и с Абрамовым тоже разговаривала, что почему вопрос-то никуда не вынесен. Но мало ли что нам прислали. Я, например, с какими-то вопросами, у меня есть вопросы, я с чем-то не согласна. Но ни задать, ни откорректировать, в общем-то, у нас нет возможности. Поэтому я вас очень прошу. Давайте все вот эти три учреждения, которые муниципальные, которые мы будем поддерживать, все-таки на заседании Думы, наверное, в вопросах разные, мы их заслушаем и зададим все вопросы. Как раз, когда будут присутствовать все депутаты. У меня вот такая просьба. Дмитрий Олегович. Таня Михайловна, это вопрос к Думе, наверное, не к администрации, когда депутаты будут заслушивать. Мы договорились, что эти предприятия дадут свою финансовую отчетность на следующие годы, они ее подали в установленной форме. Да, сейчас мы работаем над письмами в Следственный комитет, которые тоже обещали сделать по каждому из этих предприятий. Если есть желание, если хотите какую-то вот такую общую форму, это с Евгением Юрьевичем там определяйтесь, когда и как. Таня Михайловна, я думаю, что нам надо, может, сформулировать комиссию предложение Евгению Юрьевичу, что до Думы провести рабочее совещание по оздоровлению комбината питания. Да? Всех МУПов. Леонид Ильич. Ага. Дмитрий Олегович. Александр Михайлович подсказывает, на комиссии в пятницу по транспорту было принято решение, что на комиссии по бюджету пригласить руководителей предприятий, там мы вопросы позадавали. Предложение было, я не знаю, какое решение было, но может быть туда все. Леонид Дмитриевич, просим вас организовать совещание по этому вопросу, либо на комиссии по бюджету, если это, видите, комиссия по транспорту прошла своеобразно, и принято ли было решение... Проголосовали за него. Можно здесь, принять его. Да. Давайте. Антонина Михайловна, пожалуйста, сформулируйте предложение. Антонина Михайловна. На комиссии по бюджету рассмотреть план оздоровления комбината питания. Все, коллеги, кто за предложение, прошу голосовать. Да. Решение принято. Аппарат Думы, прошу вас зафиксировать, и в срочном порядке внести это предложение председателю Думы и руководителю комиссии по бюджету, чтобы это рассмотрели.